Всем привет! Хочу рассказать, как я сэкономил $150 на топовом 12-вольтовом шуруповерте Bosch. Решил я сделать батарею в китайском корпусе и зарядное устройство своими руками. В полной комплектации с этим шуруповертом идет две батареи в 3 ампер-часа. Я же сделаю одну батарею на 2,8 ампер. Аккумуляторы использую фирмы Molicell. Для начала спаиваю 3 банки последовательно. В родной батарее для этого шуруповерта 12 вольт при полной зарядке. Модель шуруповерта Bosch 12V35FC. Тушку я купил где-то около $40. Чемодан обошелся мне в $3. Корпус аккумулятора на AliExpress это около $2-3. Три высокотоковых аккумулятора 18650 фирмы Molicell обошлись мне где-то в $10. Их емкость 2,8 ампер-часа. Шуруповерт оснащен бесщеточным двигателем, который в разы мощнее, и благодаря отсутствию щеток в нем нет трения, он меньше греется, нет искр и батареи расходуют намного меньше. Ресурс этого двигателя намного больше. Минус этого двигателя в том, что ремонт его обойдется дороже. Гарантия на тушку от производителя при регистрации на сайте составляет 3 года. Припаиваю провода к аккумуляторам, а не привариваю, потому что у меня, к сожалению, нечего. При этом стараюсь припаять как можно быстрее и слежу за тем, чтобы их не перегреть, так как эти аккумуляторы боятся сильного перегрева. Для пайки зачищаю площадку гравером. После того, как спаял все 3 банки, проверяю напряжение с помощью тестера. Оно составляет 10,6 вольт. В завершение припаю провода плюс и минус. Пришлось просверлить в плате отверстие для плюсового контакта, припаивая плюсовой и минусовой провод к плате.
Для датчика температуры для лучшего контакта с батареями используй термопасту. Теперь запихиваю все это в корпус. Попробую зарядить с помощью IMAX B6. Теперь следующим шагом я собираю зарядное устройство. Оригинальное зарядное устройство с функцией быстрой зарядки стоит около $50. Корпус для зарядного устройства состоит из двух половинок, распечатан на 3D принтере. Для зарядки использовал китайскую плату, которая способна выдавать 1,5 ампера. Аккумуляторы от этой платы способны заряжаться за 2 часа. В плате предусмотрено подключение через microUSB и Type-C, то есть шнур я всегда смогу найти. Для быстрой зарядки вывожу разъем для подключения IMAX B6, который способен выдавать на 3 банки 6 ампер и способен их зарядить за 30 минут. В дальнейшем я все это покажу. В шуруповерте есть возможность еще докупить 4 насадки. Всего их 5. Одна из насадок – это патрон, он у меня есть. Вторая – эксцентриковая насадка. Третья – угловая. Четвертая – для бит. И пятая – это перфоратор. Благодаря обещеточному двигателю его мощность вплотную приближена к 18-вольтовым моделям. Преимущество этого шуруповерта в том, что это профессиональная модель, она рассчитана для длительной работы. Bosch – самая обширная 12-вольтовая линейка инструмента. Если у вас есть аккумулятор, то вы можете покупать просто тушки. При этом немного экономите. У них есть лазерные уровни, гайковерты, болгарки, очень-очень много инструмента 12-вольтовой серии. Дальше я покажу под музыку процесс сборки, клейки, пайки ускоренно.